Тебе стоит купить «Призрак Тусимы». «Призрак Тусимы», разработанный Sucker Punch Games, имел огромный успех практически во всех аспектах, и я не могу лгать, мне очень понравилась эта игра. Это произошло в то время, когда игра для меня замедлялась, и моя страсть к ней постепенно угасала. Но только эта игра вернула те неописуемые ощущения от игры, которую ты любишь. Это вызвало невероятное количество похвал. Так что вместо моих обычных рецензий, просто позволь мне убедить тебя сыграть в «Гост of Tashima. Мы будем говорить о повествовании и игровом процессе. И на первом канале, на этом канале я думаю о мире тусимы и его безупречном саундтреке. Добро пожаловать в обзоры классических игр, где мы возвращаемся в прошлое и смотрим на игры прошлого, или в данном случае на игру десятилетней давности. И сегодняшняя игра ⁇ моя любимая игра всех времен. Призрак тусимы. У тебя нет чести, и ты ее раб. Я пожертвовал всем, что знал, чтобы спасти наш народ. Хан заслуживает страданий. Призрак Тусимы — прекрасный пример того, как игры могут рассказывать мощные истории, не жертвуя при этом свободой, которую может принести игра, и погружением, которого может достичь среда. Призрак Тусимы рассказывает историю монгольского вторжения на остров Тусима вслед за самураем по имени Дзин Сакай. Призрак Тусимы отправит тебя в незабываемое путешествие, наблюдая, как персонаж сталкивается с ошеломляющими, странными, медленно сталкивающимися с неизбежностью вопросами, которые он должен задать себе, и жертвами, которые он должен принести, чтобы защитить землю, которую он называет домом. Призрак Тусимы. Симы объединил самурайскую культуру с мощной историей, исследуя бесчисленное количество тем, но в основном фокусируясь на чести, верности и на том, оправдывает ли цель средства. У каждого персонажа в этой игре, Сайда или Мэна, есть свои индивидуальные истории, которые раскрывают их все. И хотя некоторые работают лучше, чем другие, я на самом деле не играл в игру с открытым миром, которая могла бы сравниться с качеством, которое приносит Госту в Ташима. Помимо легендарного Red Dead Redemption 2, персонажи медленно меняются по ходу игры, поэтому, естественно, следуя кусочки их характера, оставляя при этом немного двусмысленным, оставляя ваше воображение для выполнения работы. Но персонажи, на которых сосредоточено большое внимание, это Джин Сакай, Лорд Шимера, Юна, Леди Масака и Сикава Ириозер. Все эти персонажи получают разное количество экранного времени, но рассказывают свои истории лишь с несколькими недостатками. Каждый персонаж представляет свои собственные темы, которые писатели хотели исследовать, и персонажи идеально воплощают эти темы. Сила отчаяния и то, как быстро оно заставляет людей отказываться от того, во что они верят, также является главной темой для одного из персонажей — среди многих других, что очень хорошо подходит для количества экранного времени, которое есть у этого персонажа, а это не так много. Джин Сакай медленно, и я имею в виду медленно, развивается в течение игры, и это сделано до совершенства лично для меня. Игровой процесс и повествование сочетаются в нескольких частях, чтобы рассказать его историю, и это просто отличный опыт, чтобы пройти через это, потому что снова это кажется совершенно естественным, и это редкость в индустрии. При первом прохождении ты будешь думать, что игра идет слишком медленно, но как только ты ее закончишь, ты будешь гораздо больше ценить темп дебютов из-за развития, которое ты действительно понимаешь. Слишком много игр, которые пытаются рассказать отличные истории, ускоряют развитие персонажей, а его редкие игры ускоряют развитие персонажей, что обычно приводит к неудовлетворительному финалу для персонажей. Игра разделена на три отдельных действия, в каждом из которых есть мини-истории, дополняющие общее повествование, что еще больше улучшает качество. Саундтрек выравнивается. Повествование просто дошло до легендарного уровня. Для меня музыка дополняет историю. И хотя некоторые сказали бы, что саундтрек слишком эпичен или силен, чтобы соответствовать истории, я не согласен. В нем сочетаются красота, травмы и развитие в одном гигантском саундтреке, сочетающем различные инструменты и вокал. Создаю саундтрек, который идеально подходит для Гостов Ташима и быстро стал одним из моих любимых саундтреков всех времен. Да, я предвзят, но именно так я это вижу. Я должен быть честен с собой. Это повествование безупречно, за исключением одной вещи. И это длина повествования. Я думаю, что повествование выиграло бы от дополнительной главы, полностью раскрывающей главного злодея, поскольку Конан Хан не очень подробно описан, что буквально является моей единственной проблемой в повествовании. Ты можешь сказать, что я предвзят, потому что, ну, так оно и есть. Это моя любимая игра всех времен. Призрак Тусимы — одна из тех игр, которая просто ломает тебе челюсть, когда ты загружаешь ее в первый раз, во второй раз. Черт возьми, каждый раз, когда ты загружаешь игру, мир и его художественный стиль просто поражают тебя. Не только это, Мир рассказывает бесчисленные истории в деталях и постоянно меняет свой визуальный стиль для каждой части острова. Я никогда не был так погружен в игру, как в Гостов Ташима. Единственный способ, которым я могу по-настоящему описать это, не стуча в течение 30 минут, это то, что я просто был во сне, когда играл. Единственный раз, когда погружение прервалось для меня, был, когда мой мозг велел моим глазам успокоиться и просто моргнуть. Сколько времени и самоотверженности потребовалось бы, чтобы создать мир, настолько фанатично соответствующий его повествованию и дизайну игрового процесса, при этом свои собственные уникальные истории. А также быть интересным для изучения, это сногсшибательно. Он делает все, что положено игре с открытым миром. Он не слишком велик, избегая ужасного игрового цикла, состоящего в том, чтобы пройти три мили с нулем для одной цели, когда ничего не происходит. Но он не слишком мал, чтобы его можно было исследовать в течение 20 минут. Каждая часть мира, соответственно, открыта для тебя на протяжении всего повествования, поэтому ты не можешь исследовать все с самого начала. Но я рекомендую играть так, чтобы завершить все на каждом участке острова. Пока ты разыргиваешь историю, она становится фанатично лучше и продвигает тебя дальше, а также связывает тебя с борьбой, с которой сталкиваются Джин Сакай и его союзники. По-настоящему мастерски, и возможно это мой любимый открытый мир для исследования из-за его четкой оценки времени игрока и ценности, которую оно имеет. Это просто мастерски сделано. И посмотри ему в глаза. И научи его, что где-то я никогда не действую из гнева или страха и не лишаю его жизни. В игровом процессе здесь нет ничего нового, но он усовершенствовал все, чем пытаются быть эти игры с открытым миром бой кажется мощным, но смертоносным для игрока, вызывая выброс адреналина, когда у тебя остается последний кусочек здоровья, когда ты наконец-то станешь боссом. Исследование доведено до совершенства, и все, что ты собираешь или делаешь, на самом деле развивает аспекты твоего характера и то, насколько радостен твой персонаж. Кастомизация, несмотря на отсутствие разнообразия, была ненужной. Но Сокер Панч добавила ее и увеличила глубину игры с помощью различных способностей и навыков, создавая более личный опыт по сравнению с такими играми, как Assassin's Creed. Все это в сочетании с действием, настройкой скрытности и постоянным исследованием помещает тебя в цикл игрового процесса, который для меня совершенен. Мне никогда не было скучно на нескольких прохождениях, каждый раз получая уникальный игровой опыт и оценивая количество времени, которое ушло бы на балансировку боя в этой игре. Делай это весело, но в то же время реалистично, уважая его оригинальное вдохновение из старых фильмов о самураях, а также вторжение в реальную жизнь Тушима. Есть множество занятий, таких как лагеря, святилища, ласковые лисы, побочные миссии и даже сверхъестественные истории, открывающие классные способности, которые еще больше улучшают игровой процесс. Скрытность тоже есть в этой игре. На самом деле ты играешь за призрака, и хотя это основное внимание, ты определенно можешь сказать, что это как бы урезано для более обычной аудитории. Так что я думаю, что если есть на что жаловаться, то это может быть тусклая скрытность, но в то же время скрытность делает именно то, что ей нужно. И технически это не игра невидимка. Ты можешь выбрать быть самураем, или ты можешь выбрать быть скрытным парнем. Это полностью зависит от тебя. И мне нравится, что это не Splinter Cell. Тебя не заставляют идти по определенному маршруту. Все заработано и благодаря игровому процессу, и не требуется тратить 100 часов на то, чтобы разблокировать одну часть снаряжения. Ubisoft. Игровой процесс доведен до совершенства. В то время как дизайн основной миссии ограничивает ваши возможности здесь и там, это не лишает Госу Тусиму способности быть веселой, волнующей игрой, способной вести вас в транс, как ни одна игра никогда. Футбольный удар также добавил целый многопользовательский режим бесплатно и поразил меня. Это очень весело, предоставляет множество новых крутых способностей и обеспечивает самурайский геймплей. Я всегда хотел испытать в кооперативной игре, как эта игра не выиграла. Игра года просто выше моего понимания. Внимания. И теперь награда игра года достается мне. Я сказал достаточно. Призрак Сусимы для меня шедевр, чудесно срежиссированный и спроектированный, рассказывающий одну из моих любимых историй, не жертвуя при этом игровой механикой. На самом деле, поднимаясь выше и заставляя этих механиков обслуживать историю. Призрак Тусимы ⁇ абсолютная классика, так что я надеюсь, что убедил тебя купить его или вернуться к нему, чтобы сыграть еще раз. Спасибо, что посмотрел.